Итак, продолжаем движение. Маршрут Москва-Саранск, вторая серия. Маршрут проходит по трассе М5. Информацию о трассе, о населенных пунктах, каких-то достопримечательностях во время комментария буду брать из Википедии. Никаких вставок нет, так что видео ускорено в два раза полностью, вся серия. Ну, желаю комфортного просмотра. Поехали. Проехали Луковицы, далеко справа, примерно километрах в 25 Зарайск. О Зарайске в Википедии написано, что это город Московской области, население 23 120 человек, 2018 год, перепись. Город основан, упоминается как город Осетр и Ипатьевский под названием Осетр в летописях 1146 года. В 1237 году. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Был сожжен надвигавшимся на Русь Батыем. Согласно циклу повестей о Николе Зарайском, князь Федор Юрьевич был убит Батыем на реке Воронеже, а жена князя Евгения, княгиня Евпрасия, не желая оказаться в татарском плену, вместе с малолетним сыном Иваном выбросилась из своего терема и, написано в скобках, заразилась, ударилась до смерти. 1521 год. Вместе с Рязанским княжеством город был присоединен к Московскому княжеству. Многое написано о Зарайске. Я бы рекомендовал почитать, зайти в интернет и в Википедии, почитать о городе. Очень много интересной информации. С левой стороны по ходу движения Беломут. О Беломуте сказано, что это поселок городского типа. Население в 2018 году составило 6003 человека. Ранняя история. Поселение известно как минимум с 1620 года, когда в песцовых книгах Григорий Будников и подьячий Никита Леонтьев отметили: Переславному уезду Рязанского в государь-дворе Ловецком с Беломута, что у реки Оки на Мещерской стороне, рыбаковских и крестьянских дворов 95, людей 195 человек, до 16 дворов вдовьих, до 34 двора бабыльских, людей в них 50 человек, всего 145 дворов. И так далее. Во второй половине 17 века село Беломут разделялось на две части – Барковскую и Комаревскую, позже получивших название Нижний и Верхний Беломут.
В 1802 году император Александр I восстановил Егорьевск, восстановил Егорьевск в правах уездного центра. Но до этого Верхний и Нижний Беломут входили в состав Егорьевского уезда. Павел I упразднил Егорьевский уезд в уезд. Много очень информации. Желающие можете обратиться к Википедии. Так, прямо по ходу движения с левой стороны Рыбная. О Рыбном сказано: город в России, административный центр Рыбновского района Рязанской области. Располагается вплотную к Рязани, является ее городом-спутником. Расположен на реке Боже, приток Оки, в 3 километрах к северо-западу от Рязани. Население в 2017 году составляло 19265 человек. История. Впервые упоминается в писцовых книгах 1597 года, как село Рыбино, позже Рыбное. Название города связывают с рыболовством на реке Воже, или Воже, неподалеку от Рыбного, в пойме реки, в ее притоке Мечи. В августе 1378 года русские войска во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем разгромили ордынские войска. К быстрому росту в 19 веке село обязано строительству и пуску в 1864 году железной дороги Москва-Рязань. Более полная информация, знаете, где искать. Ну вот я перестал трындеть, и они замолчали. Небольшие заторы вблизи на трассе вблизи поселка Рыбное. Условное название заторы. Обыкновенный светофор. Thank you.
трасса М5, маршрут Москва-Саранск. Слева пригороды Рязани. С правой стороны Баграмова, с левой стороны Недостоева, Семчина и так далее. Много населенных пунктов. Приближаемся к городу Рязани. Так. Ну что, такая погибнуть, да? Я не понял. Ну понятно, ребята, сейчас такие дальнобойщики встречаются. О чем говорит более профессионалы? Ну это уже пригород Рязани, можно сказать так. Движения через город не будет по объездной. Впереди камера. Ограничение 60. Это не сейчас рацию не взял. Когда на дальнее расстояние, там свыше 2-3 километров, рацию не берешь, чтобы там с дальнобойщиком пообщаться и так далее. Но он не знает, что у меня рация есть. Я уже все оттормаживаюсь, чуть ли там не до нуля сбросил скорость. Слышу его. Я даже ничего не сказал, но оттормозился, немножко про себя поворчал, в эфир ничего не говорил. И слышу разговор там между дальнобойщиками. Бывают такие паникеры, типа, что он оттормаживался, я бы успел. Тут я уже не выдержал, дружище. Мы были там, расстояние было уже 50 метров, наверное, впереди камера. Ограничение 60. Я ехал там 80, 90, 100. И в смысле паникер?
Камера в спину. Ограничение 60. Две полосы ждали, и километров 5-6 едут рядом. Ну ты уступи, или ты уступи. Нет, бесполезно. Вот нет, особенно подъем. Уж даже их машина с турбинами, то дымить начинает, но подъем они вот куда-то подъем затяжной едут. Они все эти нужны. Ради чего вы это делаете? Вы будете устраиваете там чего-то впереди. Непонятно. А на встречку выезжает, это очень часто. Рязань с левой стороны по ходу движения. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Все, как за ручки сгребли. Все, объехали. Она говорит, а почему мы съехали на нее такой? А почему это мы должны съехать? Я говорю, а потому что если бы мы съехали, то было бы сейчас минус 3 население человечества. А она, вот он в мышлении, как у вас в школе учили, что он должен. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Ну, если он на джипе, значит, мы должны все уступать. Собственно, как вот дальнобойщик. Да, да. Ну, и здесь вот именно фактор психологический, прежде всего. Ты видишь, что у тебя большая машина едет. Уже, как бы, ты не хочешь попадать в зону, что сложно тебе бежать. Если, если, допустим, там какая-то букашка маленькая, ты не знаешь, что ты говоришь. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Нет, ну как бы вот такие вот, это можно сказать, что когда уже час, там больше часа стоишь, там уже начинает прыгать.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Которому про это не сказали вам в школе. Но уже опытный человек. И вот мы стоим где-то в этом районе. Все. Он ковырял это реле, ковырял и расковырял. Нет, ну их полетай, видишь. А, нет, это же надо его заразало. Вот вроде починил.
всегда проверяем, он зацепил, стоит. И вот тоже удивительный момент. У него на машине 13 регион, проезжают все машины, 13 регион остановились, то есть мордовский регион, все. И вот мужчина зацепил, по-моему, десантальмер, что ли, зацепил нас, дотащил, и вот с правой стороны будет заправка, на газовой заправке дотащил нас, подождал, мы заправились, прикурил. Да нет, он не стал прикуривать, он нас буксировал. Он говорит, я прикуривать не буду, боюсь, что там на вас ничего не нужно влиять. Потому что, говорит, именно вот почему, он говорит, японские машины, а это слабые, да, 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 я тоже слышал. Там электроника, говорит, у них не любят, когда вмешательство такое, там, прыжок напряжения, там, чего-то. Ну, вот он так объяснял, мы курили как раз стоять. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Это была поездка. Мужчина тоже с нами ехал. Может, моего возраста, может, постарше не тоже. Вот. Как новый все приемчик, ёптик. Церата, оптик, тут, походу, вся линейка, да-да. В прошлом году вот. Я просто не вмешиваюсь, послушайте разговор. 150 лошадей, вот у него была двухлитровый, по-моему, автомат. Да, вот оптимально. И в салоне так приятно. Корейцы, они, нет, ну в салоне там вот это вот все может быть, да, и хорошо, и снаружи симпатично выглядит. Но я в этом отношении смотрю, основной упор делаю на безопасность. Хоть там, стаж вождения не маленький, но ну, там и на своей вине бывали мелкие аварии, там догнал кого-то или в меня кто-то врезался, там всякое бывало. Но вот на трассе, там, допустим, если, ну, хоть у тебя стаж и хороший, если не ты, то в тебя могут въехать. А это вообще не происходит. Да. А корейцы, что Hyundai, что Kia, они, у них очень мягкий металл. Они в случае ДТП прям вот как картонная коробка складываются. Ну, если это может быть из-за того, что металл более тонкий, может и такое быть там. Потому что сейчас такая тенденция, что машины как бы рассчитаны на 3, максимум 5 лет эксплуатации. Ну да, потом смысла как бы нету делать. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. За 3 года даже, ну и столько газовик с волны могут там звать. А вот такие машины более-менее, которые сейчас выпускают, ну, 3 года они без сложной дороги не проходят. Федеральная трасса М5. Движение в сторону Саранска. Короткая остановка, заправка, отдых, разминка. Так, немножко пока есть возможность. Был случай у меня, проехал Рязань, двигался на восток. Километров 70 отъехал от города. Время где-то уже было ближе к обеду. Смотрю, вдалеке стоит группа гайцев. Вот. Ну, еду тихонько, в удовольствие. Я вдруг смотрю, они на левой стороне стояли. Один аж, чуть не спотыкаясь, бежит на
мою сторону, по которой я ехал, и тормозит. Я остановился. В чем дело? Вы нарушили правила дорожного движения. Я говорю, где, что? Вот там где-то называют село, сразу после Рязани или до Рязани, даже не знаю. Вот. Нарушение, там штраф, называют сумму. Я говорю, если я всем вот так вот буду платить штрафы, то сам без штанов останусь. Его ответ поразил меня. А нам-то как-то жить надо? Я захохотал, говорю, ладно, говорю, дам я тебе денег на обед. Сколько? Я сейчас не помню, вот он назвал сумму там, но я раза в три ее уменьшил. Хочешь, я дам эти деньги, не хочешь, я поехал дальше. Ладно, давай. Я достаю, а у меня купюра, ну, большего размера. Я ему даю, говорю, давай сдачи. Он пошел, там толпа, с ребятами поговорил, те хохочут, приходит ко мне, дает сдачу. Вот такая вот история. Ребята вышли на дорогу, чтобы заработать себе на обед. Так, ну пока они разминаются, я, наверное, чуть дальше проскочу. О чем они будут разговаривать в автомобиле? Ну, слушайте. После небольшого отдыха снова тронулись. С левой стороны по ходу движения Листвянка. Ну, Листвянка в Забайкалье есть. Сейчас посмотрим, что написано в Рязанской области про Рязанскую Листвянку. Листвянку сказано. Это поселок в Рязанской области, является административным центром. История. Поселок возник в 50-х годах 20 века, когда на это место из Рязани переехал совхоз городской, ныне ЗАО городской. До этого на месте поселка уже в 17 веке существовала небольшая деревня Новоселки. В 66 году указом Президиума Верховного Совета поселок совхоза городской переименован в Листвянку. Население в 2010 году составило 2227 человек. Это Листвянки в Рязанской области. Напомню, что Листвянка в Забайкалье, в 70 километрах, на берегу Байкала, вернее. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Как площадка такая, так и все.
далеко с левой стороны река Ака, в километрах, наверное, в 15 от трассы. Трасса М5, маршрут Москва-Саранск. Железная дорога проходит с правой стороны по ходу движения. Вполне приличное полотно, разметка, разделительный отбойник. Ну, обочина не очень грунтовая, но при необходимости можно остановиться. Чё замолчали в салоне? Отдохнули, спать потянуло. Напомню, трасса М5 Урал. Далеко с левой стороны город Троицк. Так, с левой стороны по ходу движения Собчаково. Деревня Сапожковском районе Рязанской области. Расположена деревня на реке Пара. Проживает 330 человек. Собчаково. Так, с левой стороны, повторю, Троицк, сельское поселение, село Троица, образовано в 2006 году, проживает 1322 человека. Ограничение 90.
немножко истории из моей жизни. Значит, сейчас приближаемся к мосту через реку Проня. И примерно в 3-4 километрах от железнодорожной станции есть Старостеклянный спиртзавод. Так и называется поселок. Старостеклянный спиртзавод. Тут очень тяжелое для меня время, в 90-е годы. Чтобы как-то выжить, я работал на этом спиртзаводе. Бритоголовые, там с цепями, неизвестно откуда пригоняли вагоны с зерном, из которого получали спирт. Цистернами спирт вывозили. С рабочими администрация завода рассчитывалась спиртом. Очень многие, к сожалению, спились, просто-напросто погибли. Но это будет чуть-чуть подальше, там километров, наверное, через 3-4 километра будет мост через Проню. Там развязка, и, значит, можно попасть в Старостеклянный спиртзавод. Страшное было время, страшное. Бритоголовые. Тогда мобильные телефоны были редкость. Все ходили с мобильными телефонами такими огромными. Было такое. 90-е годы. Осторожно, дети. Ограничение 90. Впереди опасный поворот. Ограничение 90. Слышно, как они все равно не хотят они пускать на рынок в большом массовом количестве. Гибридные какие-то альтернативные. Интересный момент был, когда я работал там. Значит, подходит тракторист и спрашивает: будем сажать картошку, сколько тебе грядок? Ну, я-то думал, грядки метров по 50, может быть. Ну, говорю, что 15 грядок. Он ни слова не говоря, не моргнув глазом, кивнул головой и ушел. Через несколько дней подходит и говорит: так, мы вспахали, 15 грядок твои, значит, картошку уже разбросали, только ходи, закапывай ее. Я пошел. И у меня был шок. Одна грядка, ну, наверное, с километр. Люди заказывали там семьями по одной, по две грядки. Но я-то не знал. Вот. Я, наверное, ходил, закапывал эту картошку. Ну как закапывал? Просто ходил, наступал на нее и вдавливал в землю. Другие ходили там лопатами, как-то закапывали, окучивали. Ну, уставшему после работы там не до вот этих, не до этого мне было. Просто ходил, наступал. У людей уже стала картошка пробиваться на поверхность. А я все ходил, закапывал, втаптывал. Люди идут, собирают этих, колорадских жуков, вот, а у меня еще картошка не зашла. Ну, проходит какое-то время, вот, ну, сбор урожая.
люди идут, выкапывают там под кустом одна-две картошинки размерами, наверное, с орех. Я как копнул, вы не поверите, одна лопата, ведро картошки. И главное, картошка-то отборная, ровненькая, кругленькая, как будто вот, ну, как по заказу. Не подходит, спрашивают, как ты, что ты делал? Как, почему у тебя такая картошка вот отборная, а у нас вот такая? Ну, я рассказал, стояли, смеялись. Естественно, я 15 грядок этих не осилил. Я, наверное, только пол грядки осилил, и там получилось порядка 40 мешков картофеля. Ну, а остальным, говорю, вот идите и там собирайте то, что вот я оставил, это собирайте, разбирайте себе. Ну, и вот так вот поселок на этой картошке, которую, ну, в скобках, я вырастил, вот поселок выжил, было такое. Так, справа по ходу Масолова. Масолова – это село в Шиловском районе Рязанской области. Население на 2010 год составляло 1390 человек. Название происходит. Вплоть до 20 века село носило двойное название – Успенское и Масолова. Его первое название связано с существованием в селе Успенской церкви. Второе происходит от фамилии местного помещика, землевладельца. Село Масолово впервые упоминается в сотной грамоте, данной в 1567 году писцами Иваном Траханиотовым с товарищами на земельное владение епископа Рязанского и Муромского, где говорится: деревня Починок, Правоторховский, Пронина Слобода, Сафоновская, на речке на Непложе, на крутом враге за Филатом, за Наумовым сыном, пашни 12 четвертей в поле. Ну, трудно читать, кому интересно более подробно. В Википедии очень много написано. Даже есть фотография Масолова. Вот так вот как-то. С правой стороны железная дорога. По ходу движения с правой стороны Задубровье. Слева Заполье. Про Задубровье в Википедии написано. Это село в Шиловском районе. Население 2010 году 463 человека. Происхождение названия. Рязанские краеведы Бабурин и Никольский отмечают, что название села образовалось от Дуброва, современная форма Дубрава. Дубовый лес с примесью других лиственных пород. Лиственный лес вообще и означает нахождение населенного пункта за этим лесом. По мнению шипиловского краеведа Кондрашова, в 1365 году в окрестностях будущего села Задубровье рязанские полки под руководством великого князя Олега Ивановича
совместно с дружинами пронского князя Владимира Дмитриевича и козельского князя Тита Мстиславовича наголову разбили войско татарской Мурзы, татарского Мурзы Тагая, совершившего набег на земли Рязанского княжества. Существуют и другие версии локализации этого сражения. Достаточно много написано в Википедии. Экономика. ООО «Рязанский фанерный завод. Деревообработка». ООО «Палеты и пиломатериалы. Деревообработка». ООО «Задубровский СК МЭК. СКИМК. Предприятие пищевой промышленности». Достопримечательности. Храм Николая Чудотворца построен в 1904 году на средства прихожан. Осторожно, дети. Памятник Ленину, первому представителю советского правительства и лидеру коммунистической партии РКП большевиков. В селе Задубровье Шиловского района имеется отделение почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт, Задубровская основная общеобразовательная школа, филиал Шиловской среднеобразовательной школы 3, клуб и библиотека. Прямо по ходу движения, но не очень близко, километров через 30, наверное, Путятино, село, административный центр Путятинского муниципального района Рязанской области. Население 3047 человек, 2010 год. История. Село Путятино в начале 16 века было укрепленным поселением, в котором проживал ратный люд. Первое документальное упоминание села Путятино содержится в рязанских платежных книгах 1628-1629 годов. В конце 16 века владельцами села были бояре Степан Васильевич и Иван Васильевич Годуновы. После бояр Годуновых село Путятино принадлежало сыну знаменитого князя Дмитрия Михайловича Пожарского, а также Богдану и Якову Вышеславцевым. В XIX веке село входило в состав Сапожковского уезда Рязанской губернии. Население в 1859 году 3792 человека. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Ну хотя прикурить, по-моему, можно было же и под капотом просто. Thank you.
с левой стороны по ходу Шилова, поселок городского типа. В 17 году население 14531 человек. Происхождение названия. Современный поселок городского типа унаследовал свое имя от древнерусского города Шилов, упоминаемом в списке русских городов дальних и ближних 15-17 века. История. В старые времена на месте нынешнего поселка располагался древнерусский город Неринск, отмеченный в Ипатьевской, Никоновской и Московском летописном своде конца 15 века. Что странно написано, в конце 15 века, в начале 1147 15 век, 1147 год. Ну так написано. Вместе и на одной станице с Москвой. Эти версии придерживаются историки ведущих вузов Рязани. По их письму администрации Шиловского района на здании часовни Успенского храма 28 августа 2008 года была открыта мемориальная плита с родословной Шилова. На плите написано 1147 год, град Неринск, 1388 год, град Шилов, 1938 год, рабочий поселок Шилова. Повторю, на ней написано 1147 год, град Неринск, 1388 град Шилов, 1938 год, рабочий поселок Шилова. Удивительно древние названия населенных пунктов. Вот в Центральном федеральном округе М5 в замечательном состоянии. Ну, в отличном и в хорошем, скажем так. Вообще-то, наверное, федеральная трасса должна быть хотя бы 2/2. Ну вот даже вот в таком состоянии. И разметка, и обочина. Повторяю, что это маршрут Москва-Саранск. Вторая серия. Движение по трассе М5. Рязань уже пройдена. Трасса М5. Урал.
прямо по ходу больш... Осторожно, дети. Ограничение 90. Больше Екатериновское сельское поселение по ходу движения образовано в результате упразднения Больше Екатериновского сельского округа в 2004 году, точнее его переименование, при сохранении прежних границ и входящих населенных пунктов. Численность в 2017 году 736 человек. Состав поселения: Березовка, поселок, Большая Екатериновка, село, Караулово, село, Малая Екатериновка, Мархина, Новая деревня, Новка, Петровка, Ур. Вот такая вот информация. Большая Екатериновка – это Путятинский район Рязанской области. След за маршрутом Москва-Саранск вашему вниманию будет предложено видео Москва-Сургут. Северный вариант. Это через Ярославль, Киров, Пермь, Екатеринбург. Вот такой. А сейчас вы смотрите южный вариант. Москва, Рязань, Саранск. Ну, до Саранска, а дальше видео уже не будет. Там Пенза и Казань, это уже останется вне этого видео. Впереди камера. Ограничение 90. Так, ни комментарий, ни комментариев, ни сообщений пока нет. Ну, комментарии в основном, да не в основном, а львиная доля это к мошенникам на трассе. Рязанская область, родина Сергея Есенина. А если вот сейчас, допустим, по
Сахар, да, вы сколько километров, 50 не доедете, да, до места, а вот оттуда как выбираться? А, все, за мной я уже заранее договариваюсь, за мной друг. А, встречай, встречай. Если ехать на том, который в 19 с чем-то прибывает. Да. Но самый первый, на котором я могу поехать. Есть еще как вариант. Ездит. Я еще ни разу не ездил. Не знаю, почему. Сейчас доходит до Нижнего Новгорода, с Москвы «Ласточка». Поезд скоростной. Ездит достаточно быстро. А вот от него добираться спать не будет. Слева река Варша, справа Нетраш. Впереди город. Ограничение 60. Ну, это Путятина. Я о нем уже прочитал чуть раньше. Немного не рассчитал. Прямо по Нахимовскому проспекту, ну там можно еще там, ну, в общем,
камера. Ограничение 60. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы меня забрать, если вам ключи? Вы там такого контроля. Пишет? Нет. Тут же объясняю. Беру только девушек. Вот. Человек только девушка. Ну так не переживает, может она так спокойно. Может, пристает по пути. Как и нужно. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Тоже как бы по времени с натяжечкой, но подходил ночью. Во-первых, в одно и то же время ни одного отзыва, а зарегистрировано где-то полгода назад. Ни одного отзыва. Один позиционирует, что до Ульяновска он выходит по расчетам где-то порядка, что в 9 утра он там будет. Время доехать до Ульяновска априори. Я просто боялся вообще за свое здоровье. Это надо. А там же, смотрите, там же время-то оно рассчитывается. Там не водитель указывает. Нет, а он именно указал, что ориентировочно. Письмен писал, да? Да. Ну там сообщение есть. Да. Ориентировочно Ульяновск будет в 9:00. То есть это уже что-то повело на такие мысли. Да. И второе тоже примерно в это же время. И вот что интересно, они уже пришли. Буквально, ну, чуть ли не за час до их направления. И уже набрался пассажир, набрался одного пассажира уже. Тоже ни одного отзыва. И что-то такая, вот сомнений какое-то нет. Мне лучше, я не буду рисковать. Почему? Тем более уже с вами договорился, вас тоже подводить не надо. А вам лучше пораньше, да, выезжать? Нет, мне, если, допустим, я выезжаю в 12 часов ночи, я уже около 9 утра дома. Ага. То есть у меня уже целый день, да, как бы свободный. Есть чем. Ну, да. То есть вот сегодня день в дороге я проведу, а это дома, ну, я уже могу быть. Ага. Такие тоже моменты. Но это если тоже на работу. А не ходят вот до Саранска? Некоторые пассажиры жаловались, что указывают, когда подают объявление. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Там просто на восток. Указывают, что там едут, допустим, на каком-то автомобиле, пусть будет там Toyota, да? А в итоге, когда приезжаешь на место, там оказывается какой-то микроавтобус, маршрутка. Забивается там не три человека, а забивается там... Человек. Осторожно, дети. Ограничение 90. Сталкивались с таким? С таким ни разу не сталкивался, но слышал от пассажиров, как вместе ехали, да. Написан автомобиль легковой, нарисована на фотографии девушка. Ага. Все. А по факту приезжает, стоит вот такой Mercedes Sprinter с сиденьями, на которых через час уже станешь на воздухе сидеть. Это что такое? Да, вот. И такие, говорит, встречаются, но я ни разу не попадал. У меня лишь было, наверное, два раза было, что просто, допустим, вы зарегистрированы вот на сайте, и вы от своего имени заказываете, допустим, ну, у вас товарищ или там родственник едет в том направлении, вы просто от его имени заказываете. Да, вот да, такие были моменты. У меня тоже такое было. Два момента. Машина были другие, но, в принципе, тут ничего страшного. Хуже мне не понравилось то, что попадало тоже так же, что написано сзади два человека, берут три, без предупреждения. И когда мы приехали, подъезжает этот молодой человек, у него впереди уже сидят. И мы втроем вот так вот переглянулись. Ну, мы это вдвоем были, вот смотрим, так примерно в моей комплекции. Ты еще выше человек. Втроем в солярисе сзади. И мы такие переглядывались, стоим.
человека. Нет этого буквально только сейчас. То есть человек выехал. Ему, может быть, и отказать, чем не хочет. И деньги, опять же, немаловажны. Да. Вот так тоже он вот, не совсем приятно. Вот у меня тоже так несколько раз было. То есть я стараюсь уточнять, действительно, какого человека. У меня вот ситуация такая была. Ну, я водителем вот, как раз вот поездка в Иркутск. И вот Красноярск, а я там брал... Впереди камера. Показал. Ограничение 90. Потому что если... Впереди камера. Ограничение 90. Он считает, что я должен как робот без остановки ехать. А как, конечно. Да, надо же останавливаться. Чего? В общем, приходится частями разбивать. У меня была такая ситуация. Вот Красноярска... От Кемерово, по-моему, от Кемерово до Красноярска, ну там километров 500, наверное, очень плохо. Ну, включился, время, час дня, пора, часов 12, тихонько поеду, что ж делать? Еду, а прямо вот такое состояние, что уж прям страшно, я боюсь ехать, надо ехать надо. Приезжаю там на санстанцию. Так, впереди город Шацк с 1553 года в Рязанской области. История. Город Шацк был основан в 1553 году в качестве укрепленного пункта крепости, ставшей одним из опорных пунктов для освоения земель Российской Украины. Для освоения земель Рязанской Украины, о господи. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Так, ладно, по Шацку населению в 2017 году было 6029 человек. В 1719 году город стал центром Шацкой провинции в составе Азовской губернии. Люди, связанные с городом. Курлин Юрий Владимирович, советский и украинский летчик-испытатель, герой Советского Союза. Sure.
не хочу перебивать разговор в салоне, поэтому только временами буду вставлять комментарии. Так, пока молчат. Так, основан в 1553 году, первое упоминание 1553 год, прежнее название Шаческ, город с 1553 года. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. У меня отец главным агрономом всю жизнь работал. Уборочная, а вот зерно возить где-то на водитель, я не попался. Сгони без прав ездить. Отец перевозил права, только у себя держал. Все знали, что вот этим водителям нельзя остановиться, они без прав. Но зато потом, когда уборочная заканчивалась, и когда зерно с полей перевозили, они ходили там, срок лишения у них начинался. Заканчивается серия. Сделали объезд. Показывает, куда ехать. Я прекращаю комментировать. Слушайте разговор до упора.